На праздник! Куда мы идем? На праздник! Перепрыгиваем через костер. Как называется праздник? Я не знаю. Куда мы идем? На Купала. Идем мы в соседнюю деревню. Там будет праздник Ивана Купала. Нас пригласили, и мы решили пойти. Я лично никогда не была на Ивана Купала. Я тоже. Детки тоже не были. Мы хотим посмотреть, как воссоздали наши традиции. Как интересно это раньше проводилось. Наверняка люди готовились. И мы хотим это запечатлеть. Спасибо. Что? Что это такое? Бессмертник. Мам, посмотри. Что мы нарвали, мамка? Ой, мы нарвали бессмертника. Тут буквально понад дорожкой растет, и никто его не берет. А он уже отцветает. Он они уже не желтые, а сверху чуть-чуть оранжеватые. Они уже отцветают, их пора уже сорвать. Давно. Очень полезная трава лекарственная. Даже название. И редкое. Название у него бессмертник. Мама. Обалденное. Красивые пейзажи у нас. Можно вытряща рыцарь. Музыка слышно. Мама, когда мы дойдем? Да, музыку слышно. Вот он, бессмертник, в его естественном виде. Полина, глянь, сколько его. Мамочка, глянь, сколько. Обалдеть. Собирайте быстрее, быстрее, а то на праздник не успеем. Ходили на праздник, а тут цветов полно. Полевых лекарственных растений. А сегодня ж волшебная ночь, поэтому они вообще имеют большую силу. Очень сильные растения сегодня. Я быстрее рву. Я уже нарвала. Давай. Молодец. Много аж падает. Мамочка, ой, давай сюда. Вот, это бабочка голубая. Вот она. Вот, смотрите на ее окрас, какой красивый. Улетела. Для чего бессмертник применяется? Ну, бессмертник — это очень сильное желчегонное лекарственное растение. Пошли! У кого проблемы с печенью, очень полезно. А еще говорят, что печень — это второе сердце человека. Это очень важный орган, но он главный фильтр в организме. Поэтому его надо периодически очищать. Вот раз в год чистку печени можно пропиться. Ставок налился. Да. Там уже было. Построили криничку, оккультурили ее, там даже лавочки есть, красиво. Так, это гуляние чуть не те. Идем дальше. Это пижма, Полина. Мама, для чего пижма помогает? Наталья, для чего пижма? Пижма очистительная на глисток. Очень просто. Ядреная вещь от полы. Очень ядовитая. Самый настоящий лук. Этот лук без запаха. Запах воды. Насколько я помню. Здесь манюсенькая. Позапрошлом году брянку затопило. Гляньте, стрекозы. Полина, видишь на веточках стрекозы? Черно-синие стрекозы. Глянь их сколько. На веточках. О, тысячи. Видите? Да. Ну, сказали, где-то здесь. Идите сюда. Идите через мостик налево. Какие тут живописные места. Да, это
Да, 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 да. Так, вот ты чучело запали? Нет, на маске не щипали. А это что? А вот это, наверное, венки пускать. Венки? Да, да, да. А это что, венки? Нет, это дорожка пускать венки на воду. Видишь? Да, да, да. Вот ступеньки. А можно зайти? Нельзя еще. Еще люди не собрались. Вот он наш костер. Тут рубашка, вышиванка. Не, он уже прогореть должен. Да? Он же прогорит. Я как представлю, там уж шестом может быть. Так, три девицы под бугром. На бугру. На бугру, под бугром это. Бугром? Да. Да, я же красивая картина. Да, уже солнце седает. Пенечек. Живописные посидеть. Скалы. Пенечек. А когда начнется? Сегодня. Сегодня. Как стемнеет. Вообще, да, что-нибудь? Конечно. Добрый вечер, с праздником. Да, с здравствуйте, вы один из организаторов, я так понимаю, да? Я не организатор, я группа поддержки. Группа поддержки. Да. Как вас зовут? Валентина. Очень приятно, Валентина. Да. Расскажите, что сейчас будет? Сейчас будет мероприятие по поводу празднования Ивана Купала. Вот, сейчас приедут участники мероприятия. Вот, ну, тут нет, подготовочка прошла. Да, тут видно, красиво вы сделали вообще. Все будет сейчас хорошо. Будет застолье. А почему пришла вот идея? Пришла идея. Организовать это. Ну, у нас есть завклуб Светлана Павловна. Вот она у нас всегда организует Новый год, 8 марта, 23 февраля. Какие там у нас еще праздники? 9 мая, 1 мая. Ну, в общем, все есть. Масленица. Масленица обязательно, да. Все, какие есть праздники и мероприятия, организовываются, как говорится, жителями Каменки, понятно. Петровки. Ну, в общем, кто желает, все участвуют. Алчевск, так что... Очень интересно. Да. Просто первый раз такое в нашем районе слышу, что да, у Ивана Купала. Да, так что будет сейчас у нас. Спасибо. Такое мероприятие. Спасибо за внимание. Пожалуйста, пожалуйста. По изготовлению... Да, да, да. Что я ты снимаешь? Вот они колиски, глянь. Покажи, я тебе покажи. Сейчас покажи. Потихоньку собирается. Олечка, сейчас я завяжу его, ладно? Будешь, ух ты, Натали, нифига себе, принцесса. Купава, Купава. Делегация админпоселка. В ожидании праздника. Ей надо перемычку туда вплести, и нормально будет. Стояли, увидели наконец-то. Мне жалко. Как сильно ты.